Всем привет! Сегодня мы хотим снять теговое видео. Самый ужасный макияж, по-моему, так оно называется. Фигня! Где твой коричневый? Да! Так, первое. Я его использую попозже. А, давайте вам будем говорить еще, чем мы пользуемся. Не обращайте внимания, вот эта вот фигня погрызанная. Собака. Любит косметику. Больше нас. Это Ифрашем. Сейчас. Тут видно, нет. Pure Light. Я заново тут. Где женщина искать? R204. Ладно. Сейчас я соберу волос. Надеюсь, что найду резинку, чтобы собрать волос. Там видно только меня в данный момент. Потому что я ищу резинку. Да, а я начинаю плотно. Я нашла резинку. А я буду плотно красить. А может мне даже не растушевывать? И весь, да, вылить на морду? Да. Заранее просим прощения за фон. Да, у нас там аквариум салатитненько. Зато подушки удобные. Да. Так, теперь у меня это... Сейчас я сдеру наклейку. Сдеру. Это... Ага. Вот как, скажи мне? Я не знаю. Я а помнишь, поэтому у тебя была кисточка, а ты Фраше. А, я тоже помню ее. Помним, любим и скорбим. Да. Так, это тоналик от Фраше. Он такого Matte Nature, третий цвет. Треть номер 3. Не знаю. Видно, нет. Вот он такой от Фраше. Он, в общем, он черного, почти такого коричневого цвета. Теперь это, по-моему, вот Oriflame. А ты, Иван? Ты уверена? Да. Точно? Да. Мне понравилось. Короче, либо Avon, либо Oriflame. Новый собеседник. Это идет как пудра. Да, это от Avon. Glow. Glow. Это... Бронзер. Нет. Больше это не была пудра для загара. А. Типа с цветом загара, но я его использовала как бронзер. А сейчас это будет. Все сразу. А что же мне нанести в качестве? Я тоже его нанесу, думаю. Так. А я буду в качестве бронзера использовать тени. Ну, в качестве бронзера. Гениально. Сейчас снимаю две камеры. Круто. Так, где мы сейчас? Супербронзер? Да, а я буду наносить его метко, наверное. Он у меня еще с блестящим эффектом. Так, я нашла какую-то дурацкую кисточку, но я думаю, она тоже пойдет. У меня кисточка лучше показывает. Она вся рассыпалась уже. Что у меня много лет там бронзер видно было. Ой, там тням. Так. Я возьму, знаете, что я возьму? Нет, здесь моя любимая палетка, ладно. Блин. Тогда я возьму от Ruby Rose. Так. Я возьму, какой я возьму цвет? А, я забыла, нужны румяна. Тут, кстати, тоже где-то должны быть. Он бы, по-моему, от Эвелин. У тебя база потянет? Какая база? Простые люди базу не делают. А мы не простые, мы сделаем. Вы видите собаку? Да, вы видите собаку. Кусок собаки. И наносим. Так, собака меня пытается облизать. Собака думает, что я некрасиво накрашена, пытается смыть с меня этот макияж. Так. Если должен быть черный карандаш. Вполне пойдет этот.
Кстати, я сейчас тебе затонирую брови коричневым. А, да, тоже можно. Но он, знаете, не коричневый, а красный. Скажи. Ну, бордовый даже. Ну, даже вот именно, что бордовый. Да уж. Так, ладно. Великота радости. Я, знаете, что сделаю? Вот, Витина палетка ушас. Я нанесу вот этот цвет за основу. Нет. Это будет как фингал, это тоже. Это тоже. Все цвет фингальный какой-то. Красными фингалы рисовать. Так, какой цвет за основу? Вот этот цвет за основу, вот посередине который. Кстати, хорошо укладывает брови. Прям гелевая основа. Собаке мы явно нравимся. Дружкисти. Так, чуть-чуть сюда. Да, ты идеально. Ну ладно, раз ты взяла эту палетку, буду использовать другую. Что, собака? Или я? Ты. Собака, кстати, тоже какую-то палетку убирала. Да же. Единственное, что я нашла. Чем можно накрасить, кстати. Вот она. Так, снова я возьму самый светлый, которого почти нет. Хуй. А, он рассыпался. И наносим на нашу базу. Я, кстати, буду вот этим пользоваться. А я вот этим. Не знаю, видно его или нет. По-моему, нет. Так, Пэрис, хватит же тени. Нет, ты наносила? Кто? Кисточка. Это? Да. Так, возьму. Я хочу сделать вот так вот. Вот это делается. А я сделаю немножко другой вариант. Кстати, я уже растушевала свои супер голубые тени. Черные даже на нижнем веке. Черные брови вот так вот. Аля. Ладно, не буду называть имя девочки. Айша. Я угадала? Ну ладно, пусть будет Айша. Айша тоже в том числе. Так. Да. Надо подвести губы точно. Забыть накрасить. Кого, ресницы? Нет, можно я мне тоже правую прошу? Накрасила низ, а левую нет. Отлично, все идеально. Теперь я крашу. Не забывайте, каждой женщине должна быть изюминка. Эта изюминка может даже послужить таким вот от туши. Забыла, надо делать что-то так. Ой, я знаю, кто это. Блин, что с карандашом? Ладно, фиксим один с другой. Фикс с этим карандашом. Край с другой.
Maybelline. Мы забыли про чудесную палетку. Ах, да, если у вас нет помады, то можете намазать губы тональным кремом сверху тенями. Это идеально заменит помаду. Вика в данный момент делает образ серой помады. С серой помадой.